Глава государства поздравил работников судов Приднестровья с профессиональным праздником. Преданность избранному делу, осознание ответственности перед обществом являются определяющими в деле защиты прав и свобод граждан. Ваша работа требует высокого профессионального уровня, принципиальности, честности, верности букве закона. На вас возложена важная миссия – укрепление авторитета судебной системы, повышение доверия общества к ней. Убежден, что и в дальнейшем вы будете оставаться верными данной присяге, прилагать максимум усилий для упрочения демократических принципов судопроизводства.